Веди командира к Скарлетт. Что ты стоишь? Видишь, мобы подходят. Слава, перекинь, пожалуйста, там в гостиной сидят Джозелин и Димас. А третий кто? А третий я не знаю. А какие ники? А, Джозелин это Даланиэль, а Димас это Друид Хилл. Случайно. Есть рыба. Ну так поклонский пришли. Слава, перенеси еще косарь. Я же его переносил. Спасибо. Он там в гильдии присунул два человека.
Пешамонти или лететь? О, классно. Смоним. Чё там, бафы распределили паладина? Чек на пул. Поехали, начинаем там два тела, нет? Бог пидорас. Так, давайте. Каймадри танка. Ты будешь на боссе. Скарлет первая копия. Белин вторая. Цирк приехал.
Меня слышно? Да-да. Чё делаете? Без вас я бы долго не продержалась. А, 25 хрен? Обычка. Вы начали только? Хул, да? Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Место возле завечь. Ну ты да что ли танчишь? Не танк, бля. Скарлетт, иди босса перетаунчивай, забирай босса. Ты забыл спекнуться или чё? Нет, я обратно на ДД спекнулся на этого босса. Забыл бы как. Что тебя побудило обратно в ДД спекнуться? Знаю. Ну, чтобы они я затрудняюсь ответить. Чтобы они вдвоем включили, да? Чтобы они напрягались. Вот сейчас выйдут еще 4 моба. А там один там. И поэтому спекнулся, чтобы им насолить, я не понимаю. Надо будет на 500-ках дать капельку на скорбитку. Спокойно, один танк фреш держит. Я и смотрю. Ну, неспокойно. Мобили не держит. Дайте каплю на БДК, потому что сейчас сложит. Блин, забирай босса. Добивайте. Дайте фир по мобам. Вот тебе и спокойно. Людям надо бафы обновлять. Скарлетт, танчишь тьму, Белин свет. С тобой остается Хулипал. Свет выйдет. Роджер. Хулипал, диспелишь свет сам. Роджер, выйдешь на третью фазу помочь Полипалу и Стола, и Димаси, тьму хилят. Первая, вторая выйдут в свет. Третья, четвертая остаются во тьме. Анальгин, остаешься во тьме. Крест еще пошуманил.
чек на пол. Холи пал, да? Пошла на кресло. Начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Как Лару умер. Как ну. Целка там можете гимнать. Я есть свет, и я есть тьма. Первая, вторая, потом свет. Все эти ничтожные, ты посланником смертокрыла. Из тьмы выходите, Ротумблекс. Каймадри, выходи, дамажите свет. Сейчас выйдем. Охуенный огонь, конечно. Диспель. Thank you.
Насладитесь сполна ее вкусом. Кольцо ролик. Но когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне. Тапки ролим на ДД. А кто такой Кожемяка? Да из сказок. Кто-то там, герой какой-то. А, полурегион, не вижу. Да богатырь какой-то, Слава. В курсе, в курсе. Ты видел, какая заявка в РК висит? Почитай. Войд тупой уебок, прими заявку. Норктикус. Мне кажется, этот тупой уебок никогда не будет принят сюда. Надо кому-то пояс. Так я не знаю, что ты стоишь. Надо было кидать ролл. Так, на эпо заходить, сейчас прогружусь. А фибрилляция кем была в рейде? Что-то варом или кем? Пока не давай эпо, Слава, я сейчас я зайду. А ты на кого зайдешь? На мага. А ДК что, кикать? Да, ДК, ну ты я сейчас выйду, ну можешь кикнуть. У меня два окна просто. Вчера первую резку убили за полчаса. С трэшем. Да, с одного трая. Я не помню, что там в конце было, видео не пересматривал, но что-то мы под конец прям падать начали. Расслабились просто. Просто контингент и людей другой, и персонажи персов, они уже поменьше греза заходят. На первую все идут с топовыми ПРами там, почти одетые.